сейчас проходит, закрепляется группа и дает команду, чтобы заходила следующая группа под прикрытием. А мы? А мы где-то здесь. Ну, мы пойдем вперед? Во второй группе пойдем пока. Во второй группе зайдем, толкнем первую, а там уже, может, перестроимся под первую группу, передовую. Ну, в зависимости от нашей с вами поставленной задачи. Задача снять интересный материал, который бы людям дал представление, что происходит сегодня на заводе «Азовсталь». Вот завод. Вот это парни, спецназ МВД, ДНР. Тогда, значит, вы в том месте, куда вам надо, и с теми людьми, которые вам нужны. Хорошо, хорошо. Вообще, честно говоря, мы сюда случайно попали. Мы вообще ехали на заправку. Это другие выстрелы. Это окраина завода, да, я так понимаю? Не, ну это промзона, это еще даже не завод. Это еще даже не завод, не надо обольщаться нам. Вот, то есть промышленную зону. Ну все правильно, задача-то была какая? Блокировать боевиков на заводе. Подбираемся потихонечку. Ну, все ближе звуки. Вот, то есть фактически мужики наступают завалом огня. То есть это вал огня, разрывы, они сразу за ним идут. Ну, предусматривают. Безопасность, чтобы от своих осколков не быть пораженными. Присели. Это пролом. Ну давай, подрабатывай, 10 человек первый, вон пусть нам туда накапливаются на угол. Мы уже установили. Человек всю группу пошла. Я повис, наблюдаю, тут трёма какие-то, я держу, я здесь на краю шестого здания стою. Мы пойдем во второй группе. Хорошо.